Недавно наткнулась на один сайт, где можно делать вещи собственного дизайна, и тебе буквально через 2 недели их присылают домой. Я сделала себе вот такую подушечку, мне кажется, она очень симпатичная, не написано «Because I'm happy», а на обратной стороне я сделала слово «Медитирую». На этом сайте есть собственный редактор, куда можно загружать собственные фотографии, картинки, рисунки, иллюстрации, ну все, что хотите, из интернета можно скачать и туда же залить. В общем, огромное поле для творчества. Еще я сделала точно такую же кружку, но чтобы они сочетались между собой. И на сайте я тоже нашла там такую миленькую пироженку, тут я написала love. И, ну, в общем, абсолютно одинаковый принт. И даже не надо думать, что подарить друзьям на день рождения, можно сделать такие очень оригинальные подарки, которые будут единственным экземпляром, эксклюзивным, специально для них. Ну, в общем, я очень довольна и буду пить теперь из нее какао.